Прием, прием, здорово всем, с вами Хилхёртс, и это у нас игра, которая называется They Always Run. Правильно? Правильно. Это, в общем-то, демоверсия. Они всегда бегут, бегут в движении. Это какой-то мужчина с механизированной третьей рукой вчера кое-как стримил. И посоветовали попробовать эту игру. Почему бы и нет? Давайте сразу новую игру начнем. Мне еще одну игру посоветовали, но там только китайский язык, к сожалению. Эй, легавый, что ты тут про Гарри спрашивал? Про крысу Гарри я не легавый, я хуже. Ну тебе от него привет. Чертов мутант, да он же трехрукий! Ты разлил мое пиво. Ну что, станцуем. Так, атака мечами. Отлично. Парни, вам точно не хватает маневр. Манер, да, тебе конец, ублюдок. Атака мечами также бьют с противника, стоящих вас сзади. Охренеть. Уворачивайтесь перекатом. Шо? Слушайте, ну прям вид имеет игра. Когда противник блокирует удар мечом, забивайте блок третьей рукой. Чтобы достать третью руку, зажмите RB и резко двиньте мышкой правым стиком в сторону врага. Вы пробили блок противника, теперь добейте его мечами. Ну я, понятное дело, играю на геймпаде. Ого, слушайте, охренеть! Я, короче, правым сосочком управляю. Рукой. Атакуйте противников. Давай. Охренеть. А, биоэнергия тратится. Очень слабо. Контратакую врагов. Хорошо. Синяя вспышка означает, что вас собираются атаковать. Контратакуйте за миг до того, как коснется вас. Это, короче, механика такая классическая. А, нет, надо треугольник контратаковать. Мгновенно убивает врага и пополняет энергию третьей руки. Хорошо. Атакуйте, чтобы... Ну, давай. Очень хорошее окно для парирования. Огромнейшее. Просто шикарное окно для парирования. Давайте, ты окружен. Не в этот раз. Навалитесь на него, парни. Он всего один. До трех противников за раз. Охренеть. Так, шкала энергии заполнена, противника третьей рукой. Давай. Ну, а тебе слева или справа, петушок? Ауф. Господи, как же это пушечно выглядит. Где крыса? Ты знаешь, кто мне нужен. Ты куда показываешь, на ту стену? Блин. Очень прикольный стиль визуальный. Тут стоит высокий Тирион Ланнистер. Очень приятные анимации. Прям слов нету. И третья рука, ну гля. Ну ты только посмотри. Ну ты только посмотри, а? Что я могу этой третьей рукой делать, а? 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 Да флексим, флексим. Я могу бить еще и рукой бить, а могу? Да охренеть, я могу и бить и руками, смотри. И только смотри, что творится. Опа, опа. Блин, господи, великолепная игра. Это 15 из 10. Тут мастер флекса. Ладно, пойдемте. Не будем страдать херней. Криса, я знаю, где ты прячешься. РБ, зажми резко, двиньте. Красиво. Криса, ты где? Ну вот он я. Чего расшумелся? Тащите его в нору. Посмотрим, кто он такой. Максимально бездарно. Восьмерых лягавых раскидал, а какого-то клешнего не смог. Ладно, теперь разбей что-то там. Чтобы дарить третьей рукой, зажмите. Давай. Хорошо, теперь разбей то, что сзади. Теперь наверху. Внизу. Оставшиеся в любом порядке. Теперь вытяни третью руку и разбей все узлы одним махом. Жух, офигенно. Моторные функции в норме, нервная проводимость в порядке. Давай перейдем к другим упражнениям. Давай. Ужасно долгие загрузки. Я пока игру включал. Вот врать не буду, секунд, наверное, 40 она грузилась. Вот этот Бэтмен, Доктор Дред, Доктор, как его? Ну, короче, злой в такой маске. Робокоп, во, был и все. Так, ладно, крыса, теперь я знаю, как ты выглядишь, хорошо? А, я думал, я гореть буду, но нет. Есть, кстати, немножечко движение продолжается, клевые анимации, просто пушечно.
ничему эти стены не учатся. А вот и мечи. Где вот это? Отлично, я скучал по вам, говорит мужчина. Три меча из композитной стали позволяют атаковать, контратаковать. Хорошо. Ясно. Казалось проще, чем я думал. Ну что, выяснили, кто наш гость? Обычный охотник босс. Правда, тут написано, что он умер. Не стоит верить слухам. Черт, как он сбежал. Взять его. Тебе слева или справа, а? Подобные стимпаки позволяют пополнять часть здоровья. Хорошо, вниз хилится. Хорошо. Его взять надо? Он взялся. Прыгнуть и забраться на уступ у нас здесь. А паркур есть. Ого, братишка блокирует. Что такое? Плюс 10 долларов дали. Угу. Эй, не хотел обосраться. Но сделал это, ладно. Ой, он живой. Куда эффективнее парировать, но я не умею. Я пробивал, я нажал пробивание, что-то, короче, игра не так проста, как кажется на первый взгляд. Хорошо, ладно. Джонатан, я внутри. Джонатан? Черт, что со связью? Друг Джонатан. Господи, эти песни у дедушки, она на дачном радио. Когда враг замахнулся, контратаковать. Я его всеку с руки. Ну-ка. А, то есть любую атаку можно спарировать, окей. Приятненько, приятненько. Не всегда понятно, вот он стоит, долго ничего не делает. Так, Влад, разберись, куда идти. Сюда. Есть ли карта, интересно? Продолжить. Угу. Вот такие платформинг-секции ненавижу, но кто я такой, чтобы что-то говорить? И он просто упадет и убьется. Не повезло мужику. Эй, Джонатан. Эйден, Эйден, прием. Слышу тебя, Джонатан, я в порядке. Крыса почти у меня, будь неподалеку. Принял. Так, ты что, босс качалки? Кратко нажатие, чтобы кинуть предмет. Лол. Очень забавненько. А как понять, куда он кинет? Убить, убить, уничтожить, аннигилировать. Выбил из него какую-то какашку. Доллары. Хильнемся. И хилку заимели. Великолепно. Так. Просто, то есть, я стою рядом с ним и могу взаимодействовать. Окей. А что, нельзя, что ли, от стен отталкиваться? Джонатан, нужна помощь с запертой дверью. Найди рабочий терминал, попробуй помочь. Хорошо. Явно выглядит нерабочим. Могу дверь выломать? Жаль. Да что ж такое, дядя? Ну ты шо? Ты петух, что ли? Начинает казаться, что эта игра сложнее, чем выглядела на первый взгляд. Доллары сюда. Мгновенное убийство, хорошо. О, лестницу вообще не заметил. Джонатан, здесь запертый люк, есть идеи? Похоже, там магнит и замок. Тебе нужно найти и разбить силовую узлу. Это такая круглая штуковина размером с кулак. Ты уверен? Я ничего похожего тут не вижу. Она может быть внутри стены или пола. Используй сканер. Прикольно. Так, из красной непарируемой. Понял, плюс понял, плюс принял. Режь его, Джонни. Джонни, за ногу тебя режь его, подрезай, убит. Разнообразные противники, все как мы любим.
безумие. Блин, я думал, я успею. Резать его, подрезать сюда, уничтожить. Хилочку возьмем. Джонатан, ты там, этот терминал подойдет? Дай секунду и... Готово, дверь открыта. Спасибо. Well done, my boy. И неужели короткую дорогу дадут? Ну блин, это тупо красавцы вообще. Красавцы, просто мое почтение. Доллары будут. Так, это что? Элемент киберсердца вы получили? Ага, навсегда увеличите здоровье. Это как God of War Collectibles, который увеличит наши характеристики. Слушайте, огромное количество интересных механик. И просто 15 из 10. Пока что невероятно круто выглядит. Ты выжил? Так, куда идти? Подожди, подожди, подожди. Я не уверен, что я тут все обыскал. Так, самый мастер арбалета и стрелялки. Блин, прикольно, можно биться с одним и с руки дать оплеуху другому. Это настолько охренительно. Это просто 15 из 10. Я не думал, что такая простенькая механика настолько может быть интересной. Без рофлов, шикардосно. Я тут был, что ли? Я вот не понимаю. Вроде бы нет, слушайте. Выглядит так, что не был. До конца не знаю, в какую сторону нужно было идти. Придется заново делать этот паркур секций. Так, сюда. На лесенку. Немножечко приелся визуальный стиль, но опять же, это мелочи. А можно как спрыгнуть-то? Вниз, походу, просто. Пока что очень-очень приятная игра удивила. Еще раз благодарю, что посоветовали. Мы из бункера выходим. They always run. Неужели типа дымка кончилась? Поднимите мост! И только пролог? Думаете, я вас не уничтожу? Я думал, можно будет мгновенное убийство сделать. Я не собираюсь уходить. Уходить тут будешь только ты. Я вроде нажимал парирование. Хоть одного по щам дал. Блин, сложно, сложно на самом деле. Джонни, мать твоя, убей его. Унижен, попущен, опущен, распущен сюда. Куда идти? Наверх можно идти? А я не знаю, карта вроде не должна быть, да? Здесь, наверное, нам нужна механика подпрыгов. Или отпрыгов от стен. Ну все, типа мне обучение показали. И выпустили меня to the open world, как говорится. Прикольно, то есть вот эти вот секции платформинга сочетаются с некоторыми такими элементами, когда тебе нужно немножко подраться. Звони потом на мобилу, братан. Прикольно, типа в тени мы как будто. Perfect Dodge, полагаю, был. Ну круто, круто, стильно. Я немножко теряю, кто я, кто не я. Но это опять же сугубо мои личные проблемы. Очевидно, можно вниз, но я пойду наверх. Не так быстро, трехрукий. Ну хорошо, что проблемные штуки упали на заднем фоне, а мы на переднем.
Блин, надо было доджить. Лудос, ну ты шо? Нифига его запырил. Я чемпион этой качалки. А я ща найду тебя, братан. Думаешь, не найду на тебя управу? Далеко шустрый. Далеко не уходи. С тобой я не закончил. Просто по жопникам и дали. Ну. Первым делом по-хорошему бы вот этого мужика выключить из игры. Давай, вставай, петушок. Ох, нифига, я как-то запарил его прям. Братан, дерусь как мужчина. Жих, супер динамично, супер. Давай. Ты что не пробиваешь? Рука. Бракованную дали руку. О, тупо паркур секция. Сюда нельзя. Наверное, это мы потом вернемся здесь. Новые ребята, что ли? Урона бы мне побольше завести. Не против, я тут залутаюсь, братан. Думаю, ты не сильно против. Доллары выпали сюда. Доллары это Владу надо. Почему инстакилл не случился? Братан, я тут не испугался, я твоих ребят выкашиваю, если ты не заметил. Подружаний твоих нарезаю. Не, супер динамичная игра, супер. Купить ее, что ли? А, я не уверен, что мне туда надо, но раз можно, давайте попробуем. Еще камера то отдаляется, то приближается. Тупо впечатляет хилка. Отсумок для стимпака. Отлично, плюс хилочка. Немного больше эстусов будет у нас с вами. Они пытали и убили другого трехрукого. Крыса заплатит за это. Как думаешь, что он тут делал? Судя по остаткам экипировки, как охотник и я, он как и я. Постой-ка, я фиксирую слабый сигнал, исходящий от его тела. Посмотри его, может удастся выяснить, кто он такой, хотя бы обыщи сообщить его близким. Черный маршал говорит, покажите мне его. Вот он, босс. Ну что, Ищейк, видишь, к чему привело тебя любопытство? Теперь мой друг будет вынужден зачистить всех, с кем ты контактировал. Так ведь, Билли? Придется, босс. Он уже не отступится, поверь. Не просто так его зовут Стальная Челюсть. Но ты можешь облегчить их страдания и сэкономить всем нам время. Не, босс, он хочет, чтобы они страдали так же, как он. Ну тогда зачем мы его уговариваем? Хорошо, босс, конец связи. Зря ты полез в дела Черного Маршала. Эйден, ты в порядке? Пульс зашкаливает. Я в норме, дай секунду. Нашел что-то. На теле было только это устройство. Похоже, какой-то сканер. Ого, дорогая штука. Я такие только на Гигаполисе видел. Похоже, наш парень оттуда. И что она делает? Это охотничий визор. Подключи его к своему сканеру и найди пару преступников. Сам все поймешь. Модификация сканера. Давай попробуем. Так она подключилась уже или нет?
Давай испытаем твой новый вирус. Активируй сканер. Так, эта штука помечает преступников, за которых награчена награда. Да, тебе остается только нейтрализовать их и отправить в полицию координаты тела для телепортации. Мысли для телепортации. Новая технология, пока каждый второй прилетает вывернутым наизнанку, поэтому обкатывают на преступниках. На всякий случай стой подальше. Так что им надо убить их? Ну, ладно. Так, не забудь отправить преступников в полицию. Что нужно нажать? Угу. ДНК преступника опознана. Пожалуйста, отойдите от тела. Прикольно. Награда. Спасибо за сотрудничество. Зачисляем вознаграждение. Удобно. Как открыть-то? Я теперь и эти двери могу вскрывать. Нифига я способный. Это, видимо, мы нашли какую-то штучку, которая нам дальше по прохождению поможет. Только куда идти? Я что-то забыл. Ништяк пропустил. Ну и фиг с ним. Тут я был. Да подожди. Я теперь могу сюда пройти? По всей видимости, да. Так, это плюс хилка, отлично. Берем. Так, 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 кто у нас тут? Маленький трехрукий муравейничек? Никак не отстанешь, да? Ты уже видел своего брата-муравейчика, которого мы раздавили сапогом? Он так кричал. Я тебя живым, но вообще-то заказчику все равно. О, маленький муравейчик любит угрожать. Рекса, взять его! Я думал, боссов не будет. Ого, Брэк сделает подсечку. Рекс, ты будешь попущен. Немножко... Ух, ни хрена себе, Рекс, ты хорош. Немножко дистанции не хватает. Слушайте, чем-то Сегу Дэнди напоминает вот эта музыка, прям не могу, очень динамично, очень охрененно, очень драйвово, очень круто. Я пока что сознание из него выбиваю. Атакуйте. Будет ли у него какая-нибудь вторая фаза, я не знаю. Прикольная механика. Достаточно классическая. Ай-яй, больно. Память начинает неприятные атаки. Ладно, вставай, делись. Столько урона мог внести, но тупанул. Говнюк скидывает. Нажимай, нажимай. Развить броню третьей рукой. Ага, вон как. Атаковать! Слишком много кликать! Быстрее, быстрее, быстрее! Тык-т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 ык
Двойные стелк-крутилки делать. А не петушок ли ты, мистер Рекс? Ладно, anyway, сейчас замочим его. Жук-жук-жук, подрезали тебя, убивали тебя, побеждали тебя. Чё, всё, что ли? Не почувствовал. Когда Рекс закончит развлекаться, переплавьте доспехи Трёхрукого и избавьтесь от трупа. Босс, чё, уже так быстро, Рекс? Ты неловко вышла. Надеюсь, ты не собираешься. Он побежал. Почему они всегда бегут? Опа, мастер Флекса здесь. Сюда, пустил, попустил. Слушайте, 15 из 10, супер динамично, супер драйвово. Нереально прям, вообще просто супер, топ-чек.
Он быстрее меня бежит, anyway. Я уже визуально сокращаю дистанцию. Я слишком хорош в этих паркурных секциях. Петух кудлатый. Думаешь, я не найду тебя? Думаешь, не переиграю? А, вон ты, ладно. Нет, 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 не надо сюда прыгать. Вставай, вставай. Блин, так сейчас срежиссировано, круто поставлено, офигенно. Дурачок, ты куда прыгаешь, дурашка? Ты что, глупый? Глупый-то только я. Упустил, да? Прикольно. Блин, не могу, слов нету, как круто. Я бы уже давно закончил, но так здорово идет. Подобную секцию я уже видел. Братан, ты чё? Мы, если чё, торопимся. Опа. Отнимайте здоровые крысы, чтобы взять его мертвым. Хорошо. Чтобы взять крысу живым, отнимайте его сознание, атакуя третьей рукой. Не знаю. То есть тут типа на парированиях надо будет, да, бить? Так, либо так, либо так, я понял. А если я хочу и так? Хопа-хопа, туда-сюда, слева или справа? Блин. А я не знаю, как ему восполнить хп-шку теперь, честно говоря. Вот этим можно было парировать, я понял. Давай. Петух. Да что ж ты делаешь говном, братан? Делай атаку, которую я могу запарировать. Ладно, придется тебя убивать. Я пытался, честно. А, так и не вы, я типа дамаг получаю. Ага, и не вы, дамаг. Понял, плюс понял. Прикиньте, сейчас обосрусь. Вот будет неловко. Обосрался. Бегать. Мне так нравятся его атаки. Ну типа анимации настолько круто сделаны. Блин. Преступника сковывает движение Эйдена, поэтому при попытке прыгнуть, кувыркнуться, да, сбросить тело. Понятно. Крыса у меня, давай убираться отсюда. Застёк свои координаты, ищу место, пригодное для посадки. Постарайся найти поближе, я с этим мешком не очень мобилен. Еще около 300 метров. Ладно, поехали. Криста точно тут велел его ждать. Тише ты, сам же знаешь, он не любит, когда его так называют. Это шо, у него крыса? Вали его на бок. Ломай ему пеструн. Охрененно, братан. С контрольной точки. Слушайте, ну это нечто. Давно прям такая игра, скажем так, простенькая, не дарила вот настолько много эмоций. Ну вы чё, рофлите что ли это? Это точно люди делали, мне кажется, это делали сверхлюди. Ну и чтобы не все было не так хорошо, добавили... А ничего, что как бы я тут разговариваю. Добавили супердолгую загрузку. Может хотя бы фреймы неуязвимости какие-нибудь, не? Тут что-то прям совсем жесть. Этих надо выключить из игры, попробовать. Ага, опустил. А чё ж ты падаешь? Полагаю, еще несколько таких секций будет. Я фиксирую множество живых целей в этом здании.
Засада? Больше похоже на притон. Не забудь про визор, там могут быть преступники в розыске. Надо забрать. Подожди, не убивай. Лучники накаляют, ты только погляди. Подрезано? Нет, он еще жив. Пойдем, так, поднять. Крысу нельзя телепортировать, как-то вот типа в розыске. Приемное устройство есть только у полиции и Гигаполиса, пока они не спешат делиться технологией. Жаль, что мы несем крысу не в полицию. Если бы полиция знала, где искать таких, как Билли, то охотники были бы не нужны. Угу. Стой рядом за стеной, двигаясь третьей рукой в сторону прикрытия вооружения. Воу! А этот парень хорош. Прикольно, анимация парирования прям в любой момент может сработать. Не успел, не успел. Хотел, но не успел. Хватит тут свои мувы совершать. Открывай морозилку. Криокапсула 1 открыта. Пройдите в грузовой отсек, поместите тело в криокапсулу. Груз стабилизирован, корабль готов к отлету. Поднимитесь в рубку и активируйте навигационный компьютер. Дом, милый дом. Ого, урчит как новое. Когда откалибровать успел? Пока ты был в баре, примерно между 3-й и 5-й кружкой. Так это корабль просто! Я думал, это человек живой, Джонатан. Давай убираться с этой планеты. Курс на станцию Тар. Принято, мать моя. 15 из 10. Ракета-пушка. Давно столько эмоций не было, серьезно. Без рафлов. В ограниченные секторы станции Тар. Реально как мульт выглядит. Ну, на этом мы на моменте, наверное, закончим. В любом случае, не знаю, подумаю, может, я где-нибудь или скачаю, или куплю. Просто охрененно. Тело крысы в грузовом отсеке. Давайте уже на этом закончим. Премного всех благодарю. Очень крутая игра. Огромная благодарность за совет. Всем всего хорошего, счастья, здоровья. Пишите, что думаете насчет этой игры. Возможно, смотреть не очень, играется просто супер динамично. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.